Глава округа Андрей Булгаков осмотрел центральную часть города. В рамках проекта региональной общественной приемной партии «Единая Россия. Прогулка с главой» руководитель муниципалитета и депутаты Мособлдумы Владимир Жук и Владимир Шапкин проверили состояние улиц Парковая и Пушкина. Пообщались с жителями, обсудили насущные вопросы, волнующие население. Так, щелковцы обратили внимание властей на состояние велосипедной дорожки на улице Парковая. Местами отсутствует разметка, да и само покрытие повреждено. Надо же делать, я же поручал. Будет замена? Полностью или мы будем вот эти именно дырки, да, заделывать? По всей протяженности. По всей протяженности будем мы делать. В этом году или в начале следующего? То есть перед сезоном, да? Апрель-май. Однако не только на состояние центральных улиц города, но и на содержание дворов многоквартирных домов обратил внимание руководитель муниципалитета. Так, дорожное покрытие возле 24-го дома по улице Иванова Андрей Булгаков оценил как неудовлетворительное. Необходимо проведение ямочного ремонта. Глава округа поручил выполнить работы до конца месяца. Не остались без внимания даже на первый взгляд незначительные проблемы, ведь именно мелочи часто влияют на общее впечатление о внешнем облике города. Например, во дворе дома номер 20 по улице Парковая ненадлежащим образом проводится уборка территории. Жительница Щелкова, пенсионерка Валентина Григорьевна, рассказывает, управляющая компания не убирает достаточно тщательно и в подъездах 20-го дома. Вот если хотите, загляните в подъезд. У нас соседка со второго этажа вчера подмела. Но насколько он грязный? Наша с вами задача, чтобы я все знал. Если они плохо работают, значит, мне просто постоянно об этом сигнализировать. Следующим пунктом маршрута стал Центральный дворец культуры. Сегодня здесь проводится ремонт входной группы. Строители приступают к укладке плиточного покрытия. Уже в следующем году запланировано благоустройство улицы Пушкина. Особое внимание жители обратили на пешеходную зону. Старая неровная плитка не позволяет с комфортом прогуливаться по аллее. Сама же улица одна из самых многолюдных в городе. Рядом платформа Воронок, спальные районы. По поводу плитки здесь еще ничего, дальше вот это поршится. Будет эко-проект, основа на зелень, озеленение, но со всеми элементами современного благоустройства, соответственно, и хорошим освещением, именно эта часть. Обсуждаемые вопросы на контроле у властей. Глава округа и депутаты отметили, именно в таком открытом диалоге с населением и определяются важные задачи, которые необходимо своевременно решать. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.